Новое прочтение незыблемой классики. Известный портрет художника Валентина Серова «Девочка с персиками» стал визитной карточкой Московской области на Петербургском международном экономическом форуме. По задумке авторов, уникальное панно выложили из продукции подмосковных брендов. Народные промыслы, предметы мебели и одежды, упаковки от продуктов, части лифтов, моторов и прицепов. Питерский форум – одно из главных экономических событий года. Мы, как и все регионы, тщательно к нему готовимся. Все эти встречи и договоренности, которыми мы в прежние годы здесь заручились, сегодня уже в большинстве своем дают результат в виде налогов в бюджет и рабочих мест. Для гостей и участников форума организовали не просто выставку. Обширная программа включала в себя возможность увидеть результаты масштабного подмосковного производства, попробовать на вкус флагманские продукты региона, а также услышать и перенять полезный опыт работы портала «Добродел». Теперь «Добродел» – это не только про жалобы. Мы собрали все электронные услуги – от записи к врачу до школьного дневника. Приложение видит все данные с портала госуслуг, а если у вас есть любые льготы, больше не нужно носить с собой бумажные подтверждающие документы. Внутри «Добродел» – единое цифровое удостоверение, которое всегда под рукой. Ставший визитной карточкой Подмосковья портал «Добродел» обрел новый логотип и стиль от Артемия Лебедева. Задачи сервиса – без заполнения бумажных документов и поиска необходимых инстанций взаимодействовать с органами исполнительной власти и решать конкретные проблемы. Кроме того, на портале проводятся различные голосования, с помощью которых жители Подмосковья помогают формировать, например, списки объектов для работы по благоустройству, ремонту дорог и так далее. Конечно. Дорогого стоит, и серьезная работа, это действительно серьезнейшая работа. В том, что парадокс в том, что у нас чиновники делают такие сервисы, которые исключают чиновника как посредника для получения услуги. Это, ну, нужно понимать. И появляется не только бесшовность, скорость и удобство для граждан, а появляется там совершенно другого уровня качества услуг. В конечном итоге эта услуга перестает существовать как таковой, потому что она переходит в проактивный режим, и мы просто ее перестаем замечать. И это действительно, ну, такие вещи, которые нужно масштабировать. Мы сейчас посмотрели, какие-то примеры просто будем брать на федеральном уровне и масштабировать их на другие регионы. По итогу форума подписано 36 соглашений на сумму свыше 150 миллиардов рублей. Это позволит создать более 18,5 тысяч новых вакансий для жителей Подмосковья. И самое важное, что эти инвестиционные программы относятся ко всем практически отраслям промышленности и сельского хозяйства. Это и сельхозпредприятия по производству мясо-молочной продукции, это и транспортно-логистические проекты и даже проект по созданию центра ядерной медицины в Одинцовском городском округе. Елена Краева, телекомпания «Одинцова».